В воскресенье 17 сентября состоится 12-й Елисаветинский крестный ход. Активисты Одинцовского отделения «Единой России» проверили состояние береговой территории Вусова. Участники крестного хода совершают переправу по понтонному мосту и на плотах прибывают на данную территорию. Далее направляются в Спасский храм. Мы проверили ход работ по уборке пространств, окосу травы и очистке реки от водорослей, сообщил депутат окружного совета депутатов Станислав Улитин.